11 января 2017 года ушел из жизни доктор технических наук, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны второй степени Николай Николаевич Непримеров. Он родился 1 мая 1921 года в деревне Ановка Воронежской области в семье лесничего и сельской учительницы. В 1926 году семья переехала в Казань, где в 1939 закончил с отличием школу номер 83. С 1946 года начинается его учеба на физико-математическом факультете Казанского федерального университета, с которым он свяжет свою судьбу на всю жизнь. В 60-х годах он становится заведующим кафедрой радиоэлектроники уже на физическом факультете университета с новой учебной специализацией по радиофизическим измерениям. Николай Николаевич Непримеров – авторитетнейший специалист в области физики нефтяного пласта. Под его руководством кафедра сформировалась как самостоятельная учебная и научная единица и практически в том же виде существует поныне. 13 января в стенах родного Казанского федерального университета родственники и коллеги простились с заслуженным профессором. Ректор КФУ Ильшат Гафуров выразил соболезнования родным и близким Николая Непримерова. Жизнь его была ведь такой же и радостной, и трудной, и проблемной, как и, в принципе, история развития нашей страны в целом. Были и горечи, поражения во всех, и начиная от потери друзей, заканчивая радостными моментами, когда он радовался успехам института, университета, кафедры и близким ему людям. Поэтому, я думаю, светлая память об этом великом человеке, патриархе нашего университета, она сохранится. Многие профессора, коллеги выразили огромную благодарность и почтили светлую память Николаю Непримерову. Одним из них выступил заведующий кафедрой медицинской физики КФУ Альберт Аганов. 3 года назад... Я закрыл белые пятна истории физики, потому что мы писали книгу, было много противоречивых таких и обидных заявлений, и он все поставил на место. Я поразился его объективностью, он точно все, как мы предполагали, расставил в этой истории. Поэтому я его, конечно, знаю очень хорошо, такой человек вне формата. Я это все теперь уже осознаю, потому что я тоже уже прожил вот эту большую жизнь, это норма. Он был масштабный человек во всем. Вот та тематика, о которой вы говорили, вот сегодня говорили Ильшат Рафкатович, Денис Карлович, связан с нефтяной тематикой. Но мало кто сейчас это помнит, что весь двор физфака, это была его экспедиция. Про научные труды профессора Казанского федерального университета Николая Непримерова его ученики уверенно говорят, это работа не только на сегодняшний день, но и на завтрашний, на будущее. О себе профессор Николай Николаевич Непримеров не раз говорил, что жил он не зря, много сил отдавая любимой работе, и в этом постоянном труде секрет его творческого долголетия. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.